Я думаю, что ничего ограничивать не нужно ни в коем случае, потому что в этом и прелесть кино, интернета, телевидения. Если тебе не нравится что-то, ты можешь очень просто нажать кнопку «выключить» или «переключить». У тебя есть выбор, который ты сам можешь сделать. Поэтому я не вижу смысла никого ни в чем ограничивать.